В Азербайджане в рамках стратегии борьбы против пандемии коронавируса с 22 марта 2021 года начинается этап вакцинации граждан в возрасте 40 лет и старше. Об этом, как передает канал 13, заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мувсумов на брифинге оперативного штаба при кабинете министров, проведенного в пятницу 19 марта. По его словам, в настоящее время в стране продолжается вакцинация лиц старше 50 лет. Со следующей недели начнется вакцинация лиц старше 40 лет. Она в первую очередь охватит территории, где выявлено больше всего случаев заражения, то есть Баку, Сумгаит и Апшеронский район. Далее вакцинация начнется и в других районах, подчеркнул Мовсумов, добавив, что на сегодняшний день в стране сделано свыше 500 тысяч вакцин.